Новые требования к школьным туалетам ведут в стране с начала учебного года. Общественники уже давно говорят о проблеме. Уверяют, что на плачевное состояние уборных ежедневно поступают десятки жалоб. Они считают, что говорить об инновациях в образовании бессмысленно, пока нет порядка в элементарном. Тему продолжит Екатерина Белоусова. В Павлодарской области в прошлом году 6-летний мальчик чуть было не утонул в грибной яме уличного туалета, а 4 года назад в Таразе в уборной изнасиловали 7-классницу. Вопрос о школьных туалетах в Казахстане зачастую поднимают только в чрезвычайных случаях, когда молчать больше нельзя. Тема считается неудобной, да и, в общем-то, не столь значимой на фоне внедрения инноваций в образование. Но тысячи школьников продолжают пользоваться холодными и грязными уборными каждый день. И чаще всего это смрадные туалеты, без перегородок, без отдельных кабинок, туалетные бумаги и мыло. Туалеты, которые транслируют нашим детям сигнал, что нас не интересуют твои права, твои личные границы, твое достоинство. Для многих директоров школьные туалеты, хорошие, обустроенные, чистые, это абсолютно не приоритет. Для них важно, чтобы, знаете, какая-то была интерактивная доска, чтобы пришла комиссия и увидела, как у них там красивые школьные дорожки или как цветы растут. Комитет санэпидконтроля подготовил изменения и дополнения в правила, касающиеся оснащения туалетов в школах и специальных организациях образования. В объектах для предшкольных классов должны быть установлены детские унитазы. Если в прошлом году в Туркестанской области было 10 школ с уличными туалетами, то сейчас, по словам специалистов ведомства, таких учебных заведений в стране нет. Касательно наличия туалетной бумаги, соответственные держатели для туалетной бумаги, закрывающих двери. Требования не являются ужесточающими, носят уточняющий характер. Расходы на приобретение средств гигиены и содержания в надлежащем состоянии туалетов включены в бюджете, выделяемых на содержание школ. Эксперты уверены, что до наведения порядка в столь щепетильной сфере еще далеко, ведь в 7000 школах страны сегодня абсолютно разные туалеты. Все потому, что нет единого стандарта, какой высотой должен быть унитаз или раковина, какая уборная считается теплой. И если не упорядочить работу и не ужесточить контроль, то, вероятнее всего, нововведения лишь станут новой лазейкой для хищения бюджетных средств. Туалетная бумага и санитайзеры, и мыло появляются лишь в момент проведения проверки. Несмотря на выделение государством соответствующих бюджетов, эти деньги или бессовестно разворовываются, или, соответственно, не используются по назначению. И всю эту проблему предлагаю решать принятием национального стандарта строительства школьных туалетов. Любая стандартизация приводит к тому, что мы сразу же можем просчитать стоимость содержания и обслуживания туалетов по всей стране. И такой национальный стандарт уже разработан, уверяют чиновники. Правда, внедрить его планируют лишь в 2025 году, понимая, что соответствовать таким параметрам школам будет непросто. Екатерина Белоусова, Рустам Ибраев, Информбюро.